Так, сейчас будет Саня пробовать. Такая горка, конечно, блин, в конце можно не доехать. Могут быть всякие там проблемы потом. Откаты назад, боком, не дай бог там. Не, Валера, она не хочет машиной ехать. Блин, стрёмно, конечно. Но заехал. Что не так-то тебе... Да, не так-то и ни о чем, да. Почва мягкая. Ну, конечно, большие колеса, мотор мощный. Да не, ну горка такая, нормальная горка. Право не надо, право не надо. Советчиков, конечно. Лево-право. Да тут говнолин, будь здоров, блин. Все хотят увидеть. А что три? Есть один направо. Тут на какой не пойдешь, да? Крис вообще короткую дорогу знает 100%. Да, лапландеры, конечно, не снял, и как Миша валил, но делают вещи, блин. Никто реально не ехал, блин. А ему по барабану. Просто везде, блин. 37-й богер, блин. И огонь. Мощный мотор, блин. Что именно? Они? Нет, это тут сильно чистая вода, не валяй. Не-не-не, я думал, что они вообще не проезжали. Они бежали. Я думал, что они с той стороны вообще ехали. Я думаю, что она, наверное, здесь и вдоль, и поперек, наверное, рубанет, наверное. Миша, давай сюда. Я думаю, что ему и наваливать, наверное, не надо, блин. Кубик здесь, напомню, сидел капец вообще. Да, но это вообще не актуально, блин. Мише пофиг, куда ехать. Просто зверь, блин. У нас гости. На квадриках опять мы встречаемся с какими-то чуваками. Не скучно встречались и здесь. В таких белых куртях, пацаны, модных. Крис говорит, Тойота проехала. Да, проехал эту Тойоту. Какая только Тойота. На все стороны, да? Снимает. Тут Миша, блин, шрапнелью бросается. Тут пацаны, блин, подзастряли. Вот, блин, конечно, блин. У вас уже раз 20-30 бы развалился бы уже у вас. Так, а тут пацаны борются, блин, с переездом. Стрял. Дух. Посигналил, да? Каже, тапок в пол, да? На лебедка его. Коронавирус. Нас не возьмет. Да-да. Не найдет. Блин, конечно, вообще. Богер хоть где-то замулился, блин. Что значит Миша из руля вышел, да? Да. Уже и Крис подсел. Тойотка подсела. Но едут, конечно, капец, зачетно.
Газу, получите, блин, газу. Советчики. Там уже квадр на боку уже. Дорога, говорит. Дорога, ага, что-то такая дорога. Дорога затоптана. Чуть правее. Здесь как-то Крис, да. Где ты? Ну, да, дай мне руль, блин, вообще ни о чем. Даже не Видишь, казалось, болото такое, да? Ага. Порой не поймешь. Да, просто, блин, капец, вообще раскоряка такая едет. Да, неудобно, конечно, фотографировать и снимать, и кадры хочется нормальные поймать. Но, блин, аппарат, конечно, тулит просто капец. Не сдается, блин. Все. Все-таки машина стала, да? Или пытается ехать. После Лапландера, увидишь, 35-м Сильверам не так-то и легко тут ехать. Точнее, совсем не едут. Теперь Крис едет. Крису долго надо будет ехать. Продолжается веселье. Короче, решили все в сторону выезжать. Блогер едет, блин. В таком говне едет.
Миша, все больше и больше ямы накапывают. Благо, конечно, блин, портала, но все равно. Сейчас он с колеи не выйдет и будет уже на мостах. Да, это надо, конечно, поснимать, да? Блин, пацаны, конечно, суровые. Миша, блин. Миша плюс такая тачка, это, конечно, смесь. Просто обалдеть. Блин, конечно, колесом оно там уперлось. Мамочка родная. Да, Toyota сегодня получила, блин. Ну, она, в принципе, для этого предназначена, конечно. Дерево гуляет. Вещенный дождик. Что там, Макс? Хочешь свалить сюда? О, смотри, какой дождь пошел. Да, обещанный. О, нифига себе. Обалдеть. То, наверное, Макс с полей пыль поднялась. Так, ну сваливаю я, блин, к машине. За курткой побежал. За дождевиком. Вторая часть послеобеденная. Да, каша хорошая. Это вообще такой парадокс, что даже здесь каша с бугров стекает где-то постоянно. Сточные какие-то воды. Не падает как это тут? Да едет нормально вообще. Да там уже песок с какой-то, ну, с черт этой, с кашей с этой. Там Крис где-то подсел, да, по-моему. Да, это уже приехали уже. Да, для тех, кто любит такую кашу, конечно, блин. Каша тут, блин, торба. Нога пропадает, и потом ее не высунешь вообще. Крис там тоже, кстати, барахкается на лебедке.
про балансировку можно забыть. Люди переживают, что что-то бьет, говорят, потом по дороге после таких вот покатух. Еще какое-то бревно дальше, да? Ну еще одна очередная серия. Миха там беспредельничает, блин. На этой Тойоте, блин. И никто не может его остановить. Почва капец. Вроде так идешь, вроде по земле. На самом деле проваливается. Будь здоров. Хащи такие. Кристом гоцает. Миха все новые и новые стежки проделывают. Да-да, Паша, да. Прикинь, между глаз. По переносице той, блин, бровеняхой. Да что-то здесь как-то твердо, блин. Блин. Реально, блин, ну вообще 120 сил, я не знаю, какие там могут быть 120 сил. Ну, блин, так. Да. Да, торфяники. Вроде слышишь, стоишь, да? Вроде на твердом, а вообще проваливается. Сейчас что-то будет. Паша уселся, да, поудобнее. Просто нас не на своей машине, поэтому. О! Так надо было ехать, а что мы стоим? Там, Андрюха, да, сколько раз отрывал эти колеса в Тойоте? Миха, можешь на крышу лечь. Можно держать. Смотри, блин, а то еще останется под. Ой, иди дым контролируй, а. Вот, два в одном.